Дедушка всегда говорил мне, как важно трудиться и заниматься чем-нибудь настоящим. Деда знал, о чем говорит. Он был агроном и всю жизнь занимался сельским хозяйством. И я продолжаю его дело. Все начинается здесь. Еда, которую мы едим, одежда, которую мы носим, лекарства, которые нам так необходимы. Сельское хозяйство обеспечивает нас всем. Даже удивительно, как многого мы добились с тех пор. Каждый день мы создаем что-то новое, изобретаем, планируем, действуем. И мне нравится быть к этому причастным. Ведь когда ты занимаешься чем-нибудь настоящим, это всегда окупится.